Приветствую вас, друзья, на канале InvestCoin. Меня зовут Влад, и сегодня вы узнаете о том, как предсказать разворот тренда с помощью технического анализа. Предсказать разворот тренда в точности практически невозможно, я бы даже сказал невозможно. То есть вы можете лишь, так скажем, спрогнозировать этот разворот с помощью совершенно любых видов технического анализа. Это могут быть фигуры, свечные паттерны, излом тренда, возможно, какие-то индикаторы, возможно, все это вместе, то есть уровни. В общем, сказать, нужно понимать рынок для того, чтобы предугадать разворот тренда. Итак, начну я с фигур. Значит, есть простые фигуры технического анализа смены тренда. Первая – это голова плечи, то есть образовывается вот таким вот образом. Идет у нас первая вершина, вторая вершина, которая выше предыдущей, и третья вершина равна первой вершине, то есть голова плечи. Вторая фигура – та же самая, только обратно, то есть когда у нас идет нисходящий тренд, называют это перевернутая голова плечи. Третья – это двойная вершина, самая простая фигура, то есть две вершины. И третья – это двойное дно, то есть перевернутая фигура двойной вершины. Это самые простые фигуры, их несложно найти на графике, но хочу сказать сразу, что фигуры в чистом виде, они, в общем-то, не работают. То есть они работают именно в совокупности с чем-то, либо же с вечными паттернами, с уровнями, с индикаторами и так далее и тому подобное. То есть нужно все это сопоставлять. Конечно, есть еще там треугольник и так далее и тому подобное. Все эти фигуры тоже могут говорить о смене тренда, но я разобрал самые основные. Дальше у нас идет излом тренда. Это самое простое, когда у нас идет восходящий тренд. Обычно он движется вот в такой вот структуре. У нас есть трендовая линия поддержки. И когда эта трендовая линия поддержки пробивается, затем тестируется, цена закрепляется ниже этой трендовой линии поддержки, у нас идет смена тренда. То есть это говорит о том, что будет возможная смена тренда. Также видим, что здесь все похоже на фигуру голова плечи. Дальше у нас идут свечные паттерны. Самые простые паттерны — это свеча с тенью сверху, с большой тенью сверху. Может быть 3 свечи, может быть 2 свечи, может быть 5 свечей. То есть если мы видим тень сверху, это означает то, что цену давит на понижение. Ну и второе — это паттерн поглощения. То же самое простое, когда предыдущая свеча поглощает, точнее, когда следующая свеча поглощает предыдущую свечу. А в свечных паттернах вы можете посмотреть видео на нашем канале. Там я подробно рассказывал про этот вид паттернов. Ну и последнее — это когда у нас идет быстрый восходящий тренд, очень быстрое движение. Соответственно, после каждого быстрого движения у нас идет очень быстрая коррекция, то есть сразу же цена откатывается на понижение либо на повышение, то есть это все работает из в обратную, когда у нас идет нисходящий тренд, то есть это все работает зеркально. Теперь хочу вам показать пример на живом графике. В качестве примера возьму график биткоина, дневной таймфрейм. Видим, что 19 марта 2021 года, ну точнее в марте или в апреле, у нас был разворот нисходящего тренда на биткоине. Как его можно было предугадать? Ну, мы можем здесь заметить фигуру голова плечи, у нас первое плечо, голова и второе плечо. То есть у нас образовалась фигура голова плечи. После образования этой фигуры у нас пошел нисходящий тренд. Обычное движение после этой фигуры равно древку. То есть вот этому древку, это у нас называется древко. Движение обычно равно именно такому древку. Также фигура считается завершенной после того, как у нас она была пробита. То есть пробита вот эта трендовая линия поддержки, и эта фигура считается завершенной. Соответственно, у нас пошло движение. Также видим, что у нас идет резкое движение, и после этого резкого движения у нас идет сразу откат. Откат был на целых 44%. Также видим, что вот у нас идет быстрое движение, сразу же откат. То есть вот резкое движение, откат. То есть мы замечаем, что после резких движений у нас идут откаты. Также можем заметить, как работают паттерны. Вот у нас идут тени сверху. Ну, здесь небольшие тени. После образования теней у нас идет нисходящий тренд, то есть смена тренда. То есть множество у нас есть здесь примеров. Можете сами поискать их на графике. Также видим паттерн поглощения. Паттерн поглощает практически две свечи. После этого у нас идет движение на понижение. Ну и вот, собственно, образовывается тень. Сразу идет откат. То есть все эти паттерны, фигуры вы можете найти и посмотреть, убедиться, что они работают. Но опять же, работают они в совокупности с пониманием рынка. Вот, собственно, у нас еще идет фигура двойное дно. После этой фигуры у нас идет смена тренда, хотя большого движения у нас нет. Ну и также я забыл упомянуть, что самое еще главное в смене тренда — это, соответственно, определение уровня. То есть вы должны определить уровни. Вот, допустим, у нас есть такой вот уровень. Вот я его здесь провожу. Видим, что цена каждый раз реагирует на этот уровень. Вот у нас идет локальный тренд, восходящий на 17%. Даже больше, на 20%. И после того, как цена достигает уровня сопротивления, у нас идет смена тренда. То есть мы можем наблюдать это во многих местах. Да, уровни отрабатывают. Но опять же, уровни могут отрабатывать не всегда. Это все работает только в совокупности. О том, как проводить правильно уровни, а именно самые точные уровни, вы также можете посмотреть видео на нашем канале. Ну и теперь подведем итоги. Значит, у нас есть 6 пунктов. Это понимание рынка, фигуры технического анализа, свечные паттерны, излом тренда, быстрые сильные движения и уровни. Понимание рынка. Ну, соответственно, понимание рынка, у нас входят все эти пункты. То есть это понимание фигуры,
фигуры технического анализа, голова, плечи, двойное дно, двойная вершина и так далее и тому подобное. То есть все эти фигуры, которые я перечислил. Свечные паттерны, паттерн поглощения, паттерн с большой тенью сверху и так далее. То есть в паттернах вы можете посмотреть видео на нашем канале. Излом тренда, то есть это когда идет восходящее движение, цена пробивает трендовую линию поддержки либо сопротивления, смотря какая смена тренда. Ну и собственно там уже смотрите, как будет меняться тренд. Пятое, быстрое сильное движение, то есть у нас идет резкое движение, соответственно, чем быстрее у нас движение, тем быстрее у нас будет откат и раньше, соответственно, ну и уровни. Уровни это обязательно, то есть ну, вы должны сперва провести уровни, прежде чем определить смену тренда, то есть это самые важные пункты. Надеюсь, что это видео было для вас полезным, если это так, поддержите лайком, подпишитесь на канал, вам я желаю всего самого хорошего, удачи, профита и пока.